Здравствуйте, вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. Да, и ведем мы прямой репортаж из... Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Это состав Пари Сен-Жермен. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Здравствуйте, вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. Да, и ведем мы прямой репортаж из... Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Это состав Пари Сен-Жермен. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Здравствуйте, вас приветствуют Георгий Черданцев и Константин Генич. Да, и ведем мы прямой репортаж из... Тренер избрал схему с оттянутым форвардом. В свое время на этой позиции, ты, конечно, это хорошо помнишь, отлично играл и раскрылся Роберто Баджо. Это состав Пари Сен-Жермен. Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Пари Сен-Жермен, Монако. Матч уже начался. Смотрим. Да, это противостояние с историей. И как бы ни шли дела у команды, как бы ни складывалась турнирная ситуация, к таким матчам всегда особое отношение. И это здорово. И мы надеемся, что сегодня команды не подкачают. Мяч потерян. Лионель Месси. Обыгрывает он. И Месси отдает пас на ход. Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей, ничего себе. Мяч снова у парижан. Кимпембе. Андер Эррера. А вот и атака парижан. Можно забивать. Но нет, нет гола тут. И как же должно быть сейчас обидно. Отличный момент он упускает, чтобы вывести команду вперед.